Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами «Городумай, знай, познавай» Супер Блиц, я ее ведущий Кирилл Махров. Наступила пятница, июньская пятница, и мы с вами собрались для того, чтобы задать 5 вопросов. Сегодня нашим участником будет Екатерина. Она является волонтером Подмосковья от Ленинского городского округа. И Екатерина, или, я так понимаю, учится в старших классах, или уже закончила? Учусь в Видновской гимназии. Гимназия в каком классе? В 8-м. Закончила. Отлично. Ну, все вопросы будут касательно школьной программы, поэтому я не думаю, что у Екатерины возникнут вопросы с заданиями. Ну что, поехали. Первый вопрос. Так, тест-вопрос здесь будет, 4 варианта ответа. Столица какого государства стоит не на берегу какого-либо моря? Варианты ответов. Лондон, Копенгаген, Рейкьявик или Дублин? Ну, это Лондон. Точно? Да, я уверена, на 5 баллов. На 5? Да. Это правильно, действительно, Лондон. Второй вопрос, тоже тест-вопрос. Какую страну называли Новая Испания? Варианты ответов. Перу, Чили, Аргентину или Мексику? Мексику. А почему? Потому что... Сейчас. Мы это проходили, честно, не помню почему, но 100% я уверена в своем ответе. На сколько? На 5 баллов. Это действительно так. 10 баллов в вашем активе. Назовите контору, созданную Остапом Бендером для нужд гребеночной и пуговичной промышленности. Сейчас надо подумать. Произведение узнали? Да. По-моему, это «Рога и копыта», но точно не уверена. Давайте 4 балла. «Рога и копыта», 4 балла. Действительно так, 14 баллов в вашем активе. Третий вопрос. На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу, вытесненной этим телом жидкости или газа. О законе какого ученого идет речь? Сейчас. Это легко. Ну, сейчас, да, надо вспомнить, как этого ученого зовут. Класс 6 или 7? Да, я знаю, это проходило 100%. Сейчас. Это закон Архимеда. Архимеда. На сколько? На 5. На 5. Это правильно? Действительно, закон Архимеда. Ну что ж, последний вопрос. Что понимается под фразой «бить челом»? Смотрели фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Да. Ты как царю челобитную подаешь, это из той серии. Так, по-моему, это отдавать благодарность. Благодарность? Да. А точнее, если можно. Ну вот, челобитное, что вот? То есть... Человек, подавая царю вот это вот, челом бьет, он что-то делает. Благодарит? Благодарит. Или еще что-то? Ну и просит. Сначала просит, потом благодарит. Ага. А просит или благодарит? Просит. А на сколько? На 3. На 3. Это действительно так, челобитное это прошение. Ну что ж, Екатерина, я как участнику игры «Думай, знай, познавай» вручаю вам, во-первых, вот такой вот подарок. Это книга о знаменитых жителях нашего Ленинского городского округа. С автором ее является наш прославленный краевед Алексей Васильевич Плотников. Пожалуйста, берите, это расширенное издание. Также я вам вручаю вот такой вот браслетик. Это браслет победителя игры «Думай, знай, познавай» Супер Блиц. Берите, владейте, носите. Спасибо вам огромное. Друзья, ну а мы с вами увидимся в следующую пятницу. Пока-пока.